могучая и своенравная сестра Амура Зея. Ее бурный характер приносил неисчислимые беды. Это наводнение было последним. В скалистом ущелье Зейские ворота между хребтами Тукурингра и Сактахан все выше и выше поднимается плотина Зейской ГЭС. Десятиметровая железобетонная стена оригинальной облегченной конструкции перегородила каньон и положила конец буйству реки. Плотина зарегулирует сток реки, улучшит судоходство, позволит вовлечь в хозяйственный оборот 280 тысяч гектаров плодородных земель. На станции будут действовать 6 турбин мощностью по 215 тысяч киловатт. Монтаж ведется укрупненными блоками. Река соберет за плотиной гигантское море, 68 кубических километров воды. Строители сдержали слово. Сегодня уже работает первый агрегат. Зейская ГЭС, детище 9-й пятилетки, зажгла электрические огни в канун 25-го съезда нашей партии. Первенец дальневосточной гидроэнергетики даст ток БАМу.